Всем привет из Сочи. Хочу показать вам еще раз свою красотку Каоду. Посмотрите, какая она лапочка. Она у меня распустила почти уже все бутончики, потому что из покупных цветочков было всего несколько штук. Вначале я даже немножко расстроилась, потому что, смотрите, вот это покупной цветочек. Он где-то сантиметров около 6. А стали распускаться цветочки вот такие вот маленькие. Я уже расстроилась, думаю, ну будет совсем маленькая. А оказывается, она постепенно наращивает. После открытия цветочка он стал увеличиваться, потому что вот смотрите, вот это еще покупной, а вот это вот мой, который уже постоял чуть дольше, и вот тот вот тоже мой. То есть цветочки постепенно сначала открываются, а потом начинают набирать силу и начинают набирать объем. Взяла линеечку показать. Вот смотрите, полностью приложить не получится. Ну, приблизительно вот видно, да, сантиметров где-то 5 получается цветочки. Потому что так не подлезешь. Они вывернутые. Но, в принципе, видно в среднем сантиметров 5 цветочки. То есть она не крупная, но очень изящная и обаятельная, и плотная. Цветочки действительно очень плотные и восковые. Вот такая интересная орхидейка. Еще она мне чем понравилась, у нее очень интересные, посмотрите, с одной стороны, насколько темные, бархатистые, такие какие-то восковые цветочки. И с обратной стороны вот цветочек, у него практически белые лепестки. И вторая часть лепестков, видите, зеленые. Очень контрастно, красиво получается. Вот такая вот красота. Сорт оказался действительно замечательным. Когда некоторые девочки хвалили, я смотрела по видео, думала, чем он такой привлекательный. Но сейчас сама поняла, что сорт супер. Во-первых, посмотрите, какая компактная, аккуратная розеточка. Корешочки мне достались не совсем прям совсем, но все равно достаточно их много. Надеюсь, она будет хорошо наращивать корешочки. Вот. Но еще плюс, она не потеряла ни одного бутончика. Все бутончики резко пошли открываться. Вот осталось еще пару бутончиков, но они тоже все хорошие. Все, смотрите, блестящие. Я думаю, она откроет и их тоже. Вот такой замечательный сорт. Посмотрите, какая шапка цветочков. Вот эта контрастная губа, конечно, это что-то с чем-то. Сейчас покажу ее чуть-чуть сверху. Сейчас так хорошо попадает солнышко, и получается, смотрите, белая губенка. И немножко крапинок. Очень эффектная. Так что всем советую ее приобрести, кто еще не приобрел. Смотрите, вот только-только стала открываться. Смотрите, какая мелочь. Вчера он был еще бутоном. И сегодня уже вот так вот открывается. А вот этот вот совсем только начал открываться.
Вот такая вот красоточка. На солнышке вообще смотрится замечательно. На самом деле я больше, конечно, раньше любила светлые орхидеи, но не знаю, последнее время почему-то вот завораживают некоторые темные, особенно вот такие, как каода. Посмотрите, насколько у нее интересно отогнуты лепестки назад. Такая вот интересная, красивая форма. Действительно, орхидейка прелесть. Теперь я тоже поняла, чем хорош этот сорт. Красота. Сорт достаточно молодой, но я думаю, он уже завоевал большую популярность. Я уже рассказывала, что есть несколько гибридов, несколько вариантов каоды. Более сливовая и более вишневая. Вот мне досталась более вишневая, но, скажем так, вот более вишневый гибрид, он, да, менее душистый, но в отличие, то есть это у меня гибрид Твинкл, он менее душистый. Есть второй гибрид, он приятно пахнет, но отличается, то есть цветочков у него поменьше, но приятно пахнет. Поэтому, в принципе, меня мой гибрид устраивает, но, в принципе, будет возможность приобрести второй сливовый. Наверное, я приобрету и второй. Такая вот красота. Внутри, посмотрите, колонка розовая. Просто прелесть. Надеюсь, вам понравилось. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Отвечу на интересующие вопросы обязательно. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое видео. А я буду делиться вот такой красотой. Действительно, посмотрите, насколько красота.